Ассаляму алейкум! Иглотерапевт Айман из Казахстана сейчас покажет простые упражнения для тех, у кого трясутся руки, профилактика паркинсонизма, болезни Паркинсона, профилактика деменции и для улучшения нашей памяти. Начинаем курс по профилактике этих заболеваний и лечению. Первое упражнение. Руки вот так, как я, в кулачок, и потом раз, и натягивайте сильно. Два, три, десять. Следующее упражнение. Берете вот так вот пальцы и раз, два, три, четыре и обратно. Раз, два, три, четыре. Причем выгибаете обязательно пальцы. И следующее простое упражнение. Точно так же напрягаете кисти и разгибаете. Сильно напрягаете и разгибаете. Напрягаете, разгибаете. Все упражнения по 10 раз в день 30 раз. Первое упражнение. Руки вот так, как я, в кулачок. И потом раз, и натягивайте сильно. Два, три, десять. Следующее упражнение. Берете вот так вот пальцы и раз, два, три, четыре и обратно. Раз, два, три, четыре. Причем выгибаете обязательно пальцы. И следующее простое упражнение. Точно так же напрягаете кисти и разгибаете. Сильно напрягаете и разгибаете. Напрягаете, разгибаете. Все упражнения по 10 раз в день 30 раз. Первое упражнение. Руки вот так, как я, в кулачок. И потом раз, и натягиваете сильно. Два, три, десять. Следующее упражнение. Берете вот так вот пальцы и раз, два, три, четыре и обратно. Раз, два, три, четыре. Причем выгибаете обязательно пальцы. И следующее простое упражнение. Точно так же напрягаете кисти и разгибаете. Сильно напрягаете и разгибаете. Напрягаете, разгибаете. Все упражнения по 10 раз в день 30 раз.